Всем привет, мои хорошие, мои любимые. В общем, мне пришла посылка из Тольятти от Юли, из города Тольятти. Тольятти — это Россия. У меня живет друг в Тольятти. Ну, то есть жил. Ну, наверное, и сейчас живет где-то там в Тольятти, только я не знаю где. Вот, мама работала на заправке, короче. Они говорят с таким, знаете, акцентом тольяттским. Так, открываем. Спасибо, Юля, большое. А ты что прибег? Шкрек. Это все с 9 марта, поздравляю. О. Все разлетилось. Ух ты, что это? Гляньте, класс. Насте от Ксюхи из Тольятти. Это Настя, которая вот мне, значит, Ксюха сказала. Мне, значит, Юля сказала, что тут будет что-то для Насти. Вот такая собака. Смотрите, тут написано Насте от Юлии Тольятти. Апрель 2016. Вот такая собака, вышита бисером. Так, куда ты видишь? Шкрек. Чехотушный. Вот такая вот собака, вышита бисером, это от Насти, от Юли. Я не знаю, на посылке написано Юля. Ну, правильно, от Юли. Ну, это значит, Юля сделала своими руками. На посылке, что я не знаю тогда. Так, вот такая штучка, передам Насте обязательно. Так. Теперь. Ух, какая. Ой, Самвелу написано, Самвел. Самвел нарисовано. Написано на бумаге. Вот такой петух, это символ моего года. Самвелу от Юли 2017 Тольятти. Это Юля, наверное, своими руками делала. Вышла на такого петуха, который стоит на заборе. Там подсолнух. Значит, мы в детстве ходили воровать подсолнухи тоже. Поэтому спасибо огромное. И такой домик. А знаете, там, когда воруешь подсолнухи, там с собаками охрана. И ну, собака может покусать. Сильно очень. Куда ты лезешь? Ну, что ты сюда залез, а? Скажи по-человечески. Так, дальше. Какие-то штуки тут, не знаю что. Это Насте Королевой с примеркой. Тут вот, ух ты, класс. Тут разные такие, гляньте, бисером вышито украшение. Сейчас я покажу чуть-чуть. Потом встречусь с Настей и отдам ей. Гляньте, такие красивые браслеты. Разные бусы, разные это, которые бисероплетение называется. Смотрите, какая красота. Смотрите, как сделано. А куда же это одевать? Это брошка? Не, это браслет. Какая-то ручка маленькая должна быть. Худенькая. Ну, Насте, наверное, худенькая ручка. В общем, вот такие вот украшения. И тут их целый-целый пакет украшений. С примеркой. Ну, там, может, трусы есть, я не знаю. Вот, есть вот такие бусы красивые, смотрите, разные, розовые. Так, я не буду все разбирать, то, что тут Насте. Настя сама посмотрит. Так, Томас, стой. Тут еще выпало. Наверное, вот это тоже, смотрите, как красиво. Вот такие вот украшения. Так, Настя Королева, а ну иди, слазь. Так, теперь... О боже, что это такое? Самвел. Ромашки вам. Посылки, они немного помнутся. Вы их выровняете. Поправьте лепестки и стебли. Это просто проволока. Какая-то проволока. Ух ты. Ага, помялась. Выровнять листы и стебли. Да, проволока. Букет ромашек, гляньте, так красиво. Смотрите. Кстати, я очень люблю ромашки, вот цветы такие обычные, ну не срывать. Не для того, чтобы меня дома стояли. Что ты хочешь? Ты ромашки тоже любишь? Тебе тоже надо ромашки понюхать, а? Вот такие красивые бисером вышитые, ну, бисером выплетены ромашки. Вот такой букет. Спасибо, Юля, огромное. Так. Наволочь, а ну слазь отсюда.
Теперь, я не знаю, что он тут пасется. Тут, короче, для Томаса вот такое прокот, прокет написано, из Австрии, made in Austria, made in Austria. На, немножко тебе. То он тут и пасется, я думаю, что он, не знаю, понимаете, он все чувствует. Так, дальше. Еще картина. Татьяне Васильевне от Юлии. Октябрь 2016, Тольятти. Это сама вышивает. Гляньте, как красиво, такими камушками. Вот вышиты цветы, то ли тюльпаны, то ли роза с тюльпаном. Что-то вот написано на этой стороне. Спасибо огромное, обязательно отвезу. И вот такая полотенечко. Так, дальше такой бисер, это тоже, наверное, Настя, вот такие браслетики, это оно выпало из вот этого платка. Тут кольца, гляньте, даже есть кольца такие. То есть не просто браслеты, тут полностью весь спектр услуг из бисера. Так, тут идет такая коробка. В коробке что-то есть. Гляньте, какая женщина. Женщина на тумбе с книгами, как в библиотеке. И вот такая оголенная, короче. Вот. С телефоном в руках, мобильным. Это современная, я так думаю, игрушка, потому что, я думаю, что в 80-е такую вульгарную женщину бы не сделали, потому что, знаете, общество осудило. А, это не просто женщина, у нее дырка. В голове дырка, и в эту дырку надо засовывать, короче, деньги. И получается, что это копилка тогда, если это, женщина с дыркой. Короче, в голове дырка, видите, прорезь, вот такая, разъем такой, туда надо засовывать деньги. Что ты хочешь? Что ты воруешь? Хвата, ты уже зив. Вот такая женщина в красных туфельках. Это, знаете, есть такой фильм «Дневники красной туфельки». Расхекай мини-женщину, куда мини ставить? Томас, иди, уходь, нельзя. Женщина тебя не поймет. Так, Насте Королевой. Так, Томас, что ты Насте не бижутерию ломаешь? Насте Королевой тут такие цветы. Ну, я их порву. Они все равно их надо рвать. Вот такие красивые. Из бисера тоже. Это для Насти. Спасибо, Юля, огромное. Так. Дальше тут. О, Боже. Маме. Мама дорогая. Гляньте. Это, знаете, как это Сим-Сим, откройся. Вот такие разные браслеты, украшения. Сейчас вам сблизи покажу. Вот такой шикарный браслет, смотрите. На руку, если одевать, вот так получается, с застежкой вот такой. Это браслет маме. Дальше маме вот такой крест. Гляньте, как шикарно, Боже. Смотрите, на цепочке крест. Боже, ты рукодельница. Смотрите, вот такой крестик. Что ты делаешь? Вот такой крестик. Это вот маме на шею повесить. Получается вот так вот. Вот. Из бисера. Тут он такого цвета, а тут такого. Дальше, маме, гляньте, какая красота. Вот такой браслет. Видите, он движется, вот тут на нем такая штучка. Это как украшение такое. Вот, таким бисером большим. Вот это браслет. Такой. Потом вот такой браслет, голубенький. Вот такой браслет. Вот такое колечко. Гляньте, как красиво сделано. И вот такой браслет. Очень-очень красивые вещи. Сделаны так, знаете, видно, что человек занимается этим. Нет, Сим-Сим. Ой, тут еще, гляньте. Кто там хочет? Вот такие браслеты красивые. Томас, не жри тюльпаны мои. Ромашки. Вот еще кольца, гляньте. Что ты кончаешься? Спасибо огромное. Так, Томас, не жри, говорю, пухкалку не жри. Это я люблю.
ухайдохка женщину и все. Она в окно дивится. Так. Дальше тут тоже маме написано. Вот такой цвет. Ой, бисер посыпался. Сыпется. А, вот такие цветы, гляньте. Красивые-красивые. Вот. Вот такие цветочки. Вот такая. Ну, их надо поразравнивать. Тут лепесточки, короче, погнулись. Смотрите, какая красота. Смотрите. Представляете, вот этот человек может делать своими руками вот такую красоту из бисера. Что ты пасешься тут? И тут еще что-то есть. Ой, вообще, Юля, ты молодец. Это написано Насте. Вот такая сумочка, короче, вся в бисере, и там лебедь плавает. Вот, смотрите, с лебедем. И тут сумочки еще, гляньте, такие вот украшения на шею. Вот такое сердечко с камушком. И вот такой мотылечек ночной. Вот это в сумочке было. Так, нам надо встретиться. И тебе все вот это передать. Красота. Так, а письма нема, да? Все, нема. В общем, спасибо огромное. Я разберу, теперь просмотрю, что Насте, когда запись буду делать. Что ты хочешь, Настя? Томас? Это совесть есть? Что ты кончаешься? Что ты видишь до бисера? А? Это Настя. Это Настя. Вот это Настя. Тикай. Вот уже. Что за кот такой? В общем, Юля, спасибо тебе огромное. Если, ну, я думаю, что это ты делаешь. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю творческих успехов, вдохновения, потому что это такая, мне кажется, кропотливая работа. У меня, как у близнеца, еще петух. Мне, ну, я непоседливый. Мне нельзя сидеть на одном месте и что-то делать. Ну, такая работа муторная. Это сложная работа. Это вообще надо усидчивость иметь. Особый склад темперамента и склад головы особый. Вот, у меня так не получается. Никогда бы не получилось, наверное. Вот поэтому я тебе желаю терпения, вдохновения, красивых-красивых тебе идей, работ. Вот, и всего-всего самого хорошего тебе. Спасибо за такую посылку. Что ты хочешь? Что ты за ней видишь? Дырку побачив, чи шо? Дырку. Вот такая женщина красивая. Вот. Но она с короткой стрижкой, типа под каре. Видите, как милировка типа сделана. Бюстгальтером, в сарафанчике таком. Ногу затрала, бачите, як. Без трусов. Без трусов женщина була. Що ти хочеш? Що ти топчешся, а? Шайтан, а? Що ти топчешся? А? Чи вирва? Цвіточки хочеш, да? А, оце, понімаєте, що діло? От уже безсовісний. Що, на, забирай, доїдай одну штуку. Заїдай. Ну іди чи туди, чи сюди, вже їж десь. Пішу. Діловий. Він на полу їсть, він на цьому не їсть. Спасибо огромне, Юля, тебе желаю всього-всього самого хорошого. Привіт, Тольятті. Я в Тольятті ніколи не був. Это, по-моему, Самарская область, если я не ошибаюсь. А может, Тольяттинская. Там делают у вас машины, короче, ВАЗ-2101. Вроде так. Вот. Так что спасибо огромное. Сейчас все это разберу, попакую еще кому и потом отдам. Так что исполнение тебе всех желаний. Не трожь женщину, говорю. Шляется. Что ты шляешься? А? Ты. Лейба, что ты шляешься? Вот такой котяра у меня живет. Такой красивый. И все, довольна морда. Прислали, да? Не забули за тебя. Не забули, ох, не забули, не забули, не, 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 шо,
Еще хочешь? Еще не получишь. Все. Хватит. Лен, ну пока не доконаю, вот эту штуку не успокоится. Хватит, говорю. Нельзя много. Успокойся, Томас. Все, успокаиваемся. Все. Ты уже поев. Иди. Иди гуляй, иди. Спрыгивай. Давай. И це хочешь, и бисер хочешь на голову одеть, да? Ой, яке вже хитре. Господи, иди. Иди отсюда, говорят тебе. Не пойдешь, поведут по неволе. Поведут по неволе. Все, в общем, пока. Всем спасибо вам за просмотр. Всего вам самого-самого хорошего, доброго и самого светлого. Пока.